Россия! Праздник детства Санмон! Давайте посмотрим, как отмечают 1 июня жители Харькова в торговом центре Санмон. На празднике посетителей ожидала увлекательная программа, детские хореографические выступления, мастер-класс по скручиванию шариков, конкурсы от аниматоров, гигантские мыльные пузыри. Партнеры мероприятия подготовили сюрпризы и подарки для всех желающих. А пока дети веселились, родители смогли заняться занимательным шопингом в торговом центре «Санмол». Специально в честь праздника с 26 мая по 1 июня действовала распродажа на 70% во всех магазинах на любой товар. В рамках праздника Санмол состоится модный показ, а также конкурс на мини-мисс и мистер Санмол 2018. Что вы сегодня делали на празднике? Пели. Танцевали. Я сегодня танцевала на сцене и ходила на аквагрим. Я танцую и веселилась. Если бы вы сейчас стали ребенком, чем бы занялись на празднике? Отправились бы на шоу мыльных пузырей? Да, конечно, поехал бы на шоу мыльных пузырей и долго бы их надувал, смеялся и играл с ними. Ловите моменты и радуйтесь каждому мгновению, ведь детство – это самая светлая пора. С вами была передача «Дети в городе» и ее ведущие Никита и Вика. Всем пока!